Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Моя дочь, Леруся Григораш, участвует в проекте «Топ-100. Будущее Украины дети». С организаторами рейтинга Эльвира Гаврилова и Богданом Терзи мы познакомились на премии «Гордость. Красота Украины женщины». Наша любимая крестная Екатерина Македонская стала финалисткой 2018 года. Меня впечатлил уровень организации мероприятия, количество звезд и красивых людей на красной дорожке. Все было на самом высоком уровне, а ведь мне есть чем сравнить. Я бываю на подобных мероприятиях в Монако, Риме, Париже и сама являюсь организатором конкурсов красоты. Спасибо вам, дорогие, за такие потрясающие и красивые мгновения, которые вы дарите всем нам. Спасибо за то, что цените Украину и ее будущее наших бесценных детей.